Здравствуйте, ребята! Сегодня тема урока «Я расту». Цель нашего урока – познакомить вас с этапами развития человека, а также физиологическими и психологическими изменениями в подростковом возрасте. Биологический возраст человека делится на несколько периодов. Младенец – до 3 лет, ребенок – от 3 до 7 лет, младший школьный возраст – от 7 до 10 лет, подростковый период – от 10 до 18 лет, юношеский период – от 17 до 21 года, зрелый возраст – от 20 до 55 лет, пожилой возраст – от 55 до 75 лет, старческий возраст – от 75 до 90 лет, долгожители – от 90 лет и старше. Давайте посмотрим, что важно для детей в разном возрасте. Что важно для младенца? Для младенца важно, чтобы его хорошо кормили, ухаживали за ним, любили его. Тогда он чувствует себя в безопасности и нормально развивается. Что важно для ребенка 3-5 лет? Ребенка начинает интересовать окружающий мир. Он исследует дом, игрушки и то, что с ними можно делать. Что важно ребенку в возрасте 6-7 лет? Приблизительно в 6 лет дети хотят учиться. Они интересуются книгами, карандашами и другими школьными принадлежностями. Хотят пойти в школу. В школе они стремятся достичь успеха, получить хорошую оценку, похвалу учителя. Что важно подростку? В подростковом возрасте учеба, как и раньше, важна, но подростков интересуют друзья. Они хотят научиться общаться с ними, заслужить их уважение и признание. Подростковый период – это самый долгий переходный период от детства и юношества во взрослую жизнь. В этот период у подростков происходит быстрый рост, а также увеличивается вес. Причем растет подросток не только быстро, но и неравномерно. За один год он может поправиться на 5 кг и вырасти на 12 см. Из-за неравномерного роста костей у подростков нередко встречаются непропорциональные длинные ноги и некоторые нарушения координации движений. Не надо паниковать, это нормально. Быстрый рост подростка вызывает в нем повышенный аппетит, и он жадно поглощает сладости и высококалорийную пищу. В это время подросток обычно переживает за свой излишний рост, вес или другие физические параметры. Происходит изменение эмоционального состояния, появляются новые потребности, в частности, потребность в общении с друзьями. Все физиологические и психологические изменения, происходящие с подростком, являются вполне естественными, и они индивидуальны.